Привет, друзья! Меня зовут Селина Илона, и я занимаюсь шоссейно-кольцевыми мотогонками. Как вы догадались, сегодня речь пойдет о защитной мотоэкипировке. И первое, что, о чем я вам расскажу, это мотоботы. Разумеется, фирмы Alpinstars. Вы знаете, когда я их впервые надела, первое, что я почувствовала, что, о, неужели экипировка может быть не похожа на лыжные ботинки? Неужели моя нога может свободно двигаться в этом ботинке и принимать любую позу, которую я хочу при закладывании мотоцикла? То есть, например, я свободно могу поставить ногу на носок, потому что вот здесь ботинок гнется. Как видите, там такое прошитие типа гармошки, и получается, что наша нога свободно может изгибаться. Второе, когда я хочу поставить на коленочку, да, ногу, то есть когда мы идем слайдингом по асфальту, то я также могу спокойно ногу поставить даже вот так, и ботинок мне этому не препятствует. То есть, например, на питбайке очень часто для того, чтобы принять правильную позу для скольжения по асфальту, мы ставим ногу на ребро. И не во всех ботинках есть такая возможность. В этих же ботинках я спокойно могу принимать любую позицию ноги. Второе, на что я хочу обратить ваше внимание, что у нас вся застежка у этого мотобота скрыта внутри. То есть, что это нам дает? При падении у нас наш ботинок ни за что не зацепится, не расстегнется, и, как следствие, наша нога не получит травмы и останется в порядке. Второй момент. Именно у Alpinstars есть запатентованная технология Multilink Control. Вот здесь, кстати, подписано, если вы будете смотреть в магазине, чтобы вы знали, что именно вам выбирать. Это вот такая вот жесткая накладка, которая препятствует скручиванию лодыжки. Это тоже распространенная травма у мотоциклистов. Причем, видите, она так расположена, и она не скажем так, чтобы жесткая, но в то же время жесткая. Она так расположена, что она, опять же, не препятствует движениям ноги. Еще один важный момент, на который я хочу обратить ваше внимание, что на ботинке присутствуют съемные слайдеры. Спереди съемные слайдеры из полиуретана усилены алюминием. Опять же, что это нам дает? Если мы неаккуратный гонщик и когда скользим на коленочке по асфальту, цепляем ботинком асфальт, то, ну, вы, наверное, понимаете, да, если неаккуратно цепануть асфальт ботинком, то наша нога может просто вывернуться, и мы упадем. Этот же слайдер позволяет скользить на этом слайдере ботинка. Ну, а если он и затрется, то вы просто его снимете и смените. А также, что еще я хочу обратить внимание, то, что на обеих ботинках в верхней части присутствует накладка, которая, когда мы переключаем передачи или когда тормозим задним тормозом, она препятствует истиранию нашего ботинка. Ну и также она не жесткая, она нам не мешает. Ну, разумеется, здесь анатомическая форма нашего мотобота, разумеется, здесь кевларовые вставки, накладки на голень из полиуретана. В общем, все для вашей безопасности. Друзья мои, я проехала весь сезон в этих ботинках. Как видите, я их вон даже не чистила. Видите, какая свинюшка, да? Но в то же время они отлично выглядят, отлично сохранились, несмотря на все перипетии гонок. И я вам скажу, что они и следующий сезон у меня проживут. Так что, друзья мои, заходим на сайт Bikeland, смотрим, выбираем. И хороших вам дорог, ровных, удачи, пока-пока.